Слышали гул техники. Первая атака была 4 танчика. Отбились. Потом была еще попытка прорыва. И шло уже 7 танчиков. Одна Урса Горыныч и две Бэхи. Ну, с помощью артиллерии и бойцов 6-й роты смогли предотвратить 2 прорыва. Сначала артой поработали, все разбомбили, подожгли поля, все как надо. И все. А потом напрямую пошли танчиками. И шли целенаправленно на прорыв на населенный пункт Красногоровка. Далеко туда не поставлю. Уровень должен быть нихуя себе.